четверг в Самарском регионе облачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-22. Пасмурно. Ночью плюс 16-17. Ветер северный 5 метров в секунду. В Сызрани в дневное время облачно, плюс 22. Ночью плюс 16. Ветер северный 2-5 метров в секунду. В Тольятти днем плюс 22, пасмурно, ночью плюс 17, северо-западный ветер 2-6 метров в секунду. В Самаре днем пасмурно, плюс 22, ночью 16-18, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Влажность воздуха 62%, температура воды в Волге плюс 19, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.